Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же разблокировать ваше устройство, если не работает кнопка Home. Итак, давайте приступим к тому, что представим, что это у нас заблокированный экран, и мы сейчас его хотим разблокировать, но кнопка Home не работает. У вас есть для этого Assistive Touch функция, то есть вы здесь нажимаете на кнопочку «Домой», и вы, конечно же, разблокируете устройство. То есть вызовете код-пароль, то есть нужно два раза на кнопку Home, либо же раз, и вы просто разблокируете устройство. Но бывает, встречается такой баг, то есть был на iOS 11, вот сейчас на iOS 12, есть, возможно, будет на iOS 13, когда вы нажимаете, а нифига не работает, не вылазит экран для разблокировки, то есть код-пароль не дает нам. Как лечить эту ситуацию? Есть три прекрасных способа, как это сделать. Первый способ. Это вы просто перейдете в фото, нажмете на правый, это левый нижний угол, где ваши фотографии, вылезет окошко с как бы вашими всеми фоточками, нажимаете все фото, и вы выбираете опять же код-пароль, вам предоставляет экранчик, то есть эта функция, нажимаете код-пароль, вводите ваш код, вас выкидывают туда, и вы автоматически разблокировали ваше устройство. Второй способ, вы используете Siri. То есть вызываете Siri, просите ее открыть какое-либо приложение, опять же вам предоставляет Siri такую информацию, чтобы вы дали код доступа, опять же вбиваете пароль и разблокируете ваше устройство. Третий способ, вы через опять же Assistive Touch вызываете меню SOS, нажимаете отбой, запрашивается вот этот код-пароль, и все, вы разблокировали устройство. Вот это топ-3 таких фишки, 3 способа, как можно разблокировать устройство, если у вас не работает кнопка Home. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, рассказывайте об этом канале вашим друзьям, знакомым, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и не забывайте также подписываться на мои соцсети, которые закреплены в комментариях под видео. Всем пока!